Доброго дня, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, ну, радник прем'єр-міністра України, кому як не вам ставити такі запитання? Зараз навколо, просто з огляду на те, що відбувається в українській економіці, ну, що можуть так візуально щодня оцінювати там наші глядачі, просто йдучи на роботу, вони дивляться там на курс долара. За цим стежать зараз всі, і яку стрічку новин не відкриєш, кажуть, там подолав максимум, поставив рекорд, там українська гривня поставила рекорд щодо долара. І одне запитання, яке всі постійно один одному ставлять, що насправді все так погано? Дело в том, что мы придаем курсу слишком большое значение. Курс – это термометр. Он не должен быть самоцелью. Самоцелью должно быть развитие экономики, а курс – это уже один из термометров. И очень нехорошо получается, если Национальный банк воюет не с самой болезнью, а с термометром. Я постоянно привожу этот пример. Это как если больного положить в холодильник, у него снизится температура. А можно даже и не больного положить в холодильник, а только термометр. И он будет показывать меньшую температуру. Так вот, курс – это термометр, и это нужно помнить. Оздоравливать нужно экономику. А курс – это просто один из показателей. Если в стране война, если страна почти ничего такого не производит, чтобы брали отечественные покупатели. Если отечественные покупатели хотят работать как в Украине, а жить как в Америке, и покупают китайские товары, а не свои, если предприятия работают друг на друга, а не на конечного потребителя, а конечный потребитель, во-первых, лишен больших денег, потому что просто мало денег в стране, их искусственно не допечатывают, чтобы держать тот же самый курс. О том, что денег в стране мало, об этом говорит сверхвысокий процент за депозиты и за кредиты. Но если какая-то денежка вдруг у кого-то случится, он ее несет в обменный пункт, а не на рынок. А если все-таки понесет на рынок, то купит не китайские, не украинские товары, а российские или китайские. Ну и, конечно же, правительство никак с этим не борется, фактически. Потому что в обменных пунктах слишком маленькая маржа. Ну что это за маржа в обменках 2-3%? Было бы как в Европе 20-30%, то народ бы еще подумал, стоит ли нести деньги в обменный пункт, если в одну сторону 18, а в другую сторону 18 плюс 3,6, 21,6. Может, понесли бы деньги в магазины. Понимаете, нужно объяснять людям, что все обменные пункты, это обменные пункты имени Владимира Владимировича Путина, вот, что это пункты обмена валюты для врагов народа, которые не хотят оживлять украинскую экономику, вот, да еще и делают это во время войны. Вот, и если, ну что это простых людей волнует курс? Что им до курса? А потому что деньги хранят не в своей валюте, а в национальной валюте, потому что не несут в магазины, не хотят покупать что-то, хотят все это переждать. Вы понимаете, все думают, каждый думает, что он один умный, а все остальные дураки, дай-ка я это все пережду, перехраню деньги в долларах, а вы там без меня разбираетесь. И так думает каждый. Вы понимаете, есть такое анекдот, как сказали евреи, ну, на самом деле, это про любой народ, можно сказать, но анекдот про евреев. Принесите каждый по стаканчику спирта в бочку. Ну, каждый же умный, думает, что он один такой умный. И каждый принес воду. Потом посмотрели, в бочке сплошная вода. Каждый думал, что его вода будет незаметна, все остальные принесут спирт. Вот так же каждый думает. Я все это дело пережду, я покупать не буду, я скоплю доллары, доллары переживут весь этот процесс, а вы там без меня боритесь, без меня оздоравливаете экономику, без меня покупайте українські товари, а я время от времени буду постановити, який плохий курс. Я тут згадав це довге інтерв'ю з прем'єр-міністром, коли журналісти там, на більших українських каналів якраз ставили йому запитання, в тому числі з приводу економіки. Він зауважив не в аспекті економіки загалом, а зокрема в енергетиці. Він сказав, що там величезна економія вийшла енергоносіїв. Я не буду зараз намагатися згадати цифру, тому що щоб не помилитися. Але каже, саме за рахунок того, що до людей прийшло усвідомлення. Тут же з іншого боку, вот, я згадую. Вот, економічний патріотизм, як Прибалтика, пару лет жгла лучину, пока научилась работать без российских энергоносителей. Так вот, это нужно распространять не только на меньшее пользование не своими энергоресурсами, но и на приобретение отечественных товаров. Понимаете, любовь к Украине – это не только слава Украине, героям слава, а это еще и носить украинскую одежду. Понимаете? А зараз это модно, до речи. Да, но не для всех, к сожалению. И предприятия работают, как правило, друг на друга. А раз они работают друг на друга и покупают только друг у друга, то то, что доходы у одного – это затраты.
затраты у другого. И в результате у одного налоги увеличились, у другого налоги на ту же сумму уменьшились. Реальные налоги уплачиваются, когда покупает человек. А человек покупает не свое. Тоже хорошо, что хоть что-то покупает. Во-первых, он не голый. Во-вторых, дает работу хотя бы торговле и инфраструктуре. Но лучше все-таки, чтобы приобретались украинские товары. А у нас все хотят через какие-то хитрости, через какие-то манипуляции, то с кредитами МВФ, то с валютными интервенциями Нацбанка. Все хотят, чтобы Нацбанк поддерживал валюту, в то время как страна не работает. Я вам скажу по секрету, пока нас никто не слышит. Курс в Украине и так сейчас слишком выгоден для гривни. Украина на сегодня по своему состоянию экономики не заслуживает курс ни 12, ни 13. Этот курс просто получился, потому что они рвут зубами, потому что искусственно не допечатывают денег. А на самом деле у нас инфляция не из-за того, что спрос слишком большой. Нет такого, что у народа полно денег, все идут в магазины, а там нечего купить. Инфляция у нас не из-за спроса, а из-за затрат. Это вот из-за того, что производство не может качественно производить на нормальном сочетании цены и затрат. Вот из-за чего проблема. А когда не допечатываются деньги, то с инфляцией борются так, как если бы она была из-за высокого спроса. А поскольку она на самом деле имеет другую причину, то эта причина не решается. Нет спроса из-за того, что деньги напечатываются. Нет производства, нет смысла производить, нет смысла нет смысла производству совершенствоваться, потому что какой смысл что-то производить, если все равно не покупают, если нет денег. Так вот в этих условиях можно понимать, что деньги в стране должны быть такие, чтобы их денежная масса обеспечила нормальные проценты за депозиты и за кредиты. Если в стране слишком высокие проценты за депозиты и за кредиты, значит денежная масса банально не допечатывается. Это то, что у нас и происходит. И пытаемся занимать. А какая разница? На инфляцию, что свои деньги, что заняты, влияют одинаково. И от своих цены растут, и от чужих. Разница только в курсе. И когда мы занимаем чужие деньги, которые потом возвращать, еще и на кабальных условиях, вместо того, чтобы просто нарисовать свои, то отличие здесь не в ценах. Цены все равно растут. Отличие здесь только в том, что не меняется курс. Так вот, слишком мы много отдаем этому курсу внимания. И с учетом того, что экономика стоит, а курс держим условно и искусственно, недопечатыванием денег. Ну, смотрите как. Было 5,5, потом бах, 8. В полтора раза. Было 8, держали зубами, зубы не выдержали, бах, 12. 12 держим, зубы не выдерживают, страшно умножать, то опять на полтора. Там будет не 13. Давайте не будем. Там будет не 13, вы понимаете? Что будет не 13. То есть, когда курс держит зубами, вопреки экономике, через банковские манипуляции, то рано или поздно зубы не выдерживаются. Это было модно, когда у нас в стране правил стоматолог. И тогда он растет в полтора раза, 5,5, 8, 12, как в текстах Айзенка. Продолжите закономерность. Дальше нехорошая цифра, она не 13. Нужно переходить на покупку украинских товаров. А з іншого боку, дивіться, коли говорять експерти, що з цим курсом уже загралося, уже і так, купа проблем, ви самі щойно озвучили в цифрах. Економікою нужно заниматься не курсом, не с термометром маніпулювати, а с економікою, смягчати налогообложение, щоб інвестиції пішли в страну. Для этого должно быть нормальное законодательство, нормальная практика, законоприменения, щоб закони действовали, а не письма налоговой, щоб они не действовали, не менялись каждый день, да еще и задним числом, щоб не царствовала коррупция, щоб письма налогового можна было читать нормально, не между строк, да еще что там на обороте, понимаете? Чтобы действовало нормальное законодательство, которое не повергает инвесторов в ужас. И чтобы была в стране достаточная денежная масса, чтобы был спрос, потому что только когда есть спрос, я смогу что-то производить. А у нас спрос рубит. Тут как раз про реформу вас питаю, але перед цим короткое запитание, просто мы так, знаете, про роль взагалі споживачів, роль звичайних пересічних українців. А я, кстати, советник не по всем вопросам, я советник только по налоговой реформе. Ага, чудово. До неї якраз повернемось, але дивіться, просто щоб ви власну оцінку могли дати. Наскільки ви згадали от про досвід країн Балтії? Зараз українці там стали менше, відчутно менше купувати російські товари. Це так? Молодці. Ну, факт, так? Там російські заправки об'їжджають. Там. Ну, Балтику не п'ють, а п'ють наше. Хоча іноді Балтику українські заводи роблять. Ну, є така тенденція, так? Але наскільки загалом просто звичайна пересічна людина, економлячи дома, там, не включаючи зайвий раз газ, не купуючи російський товар, наскільки вона може загалом вплинути на економіку? Може. Якщо це буде масово, от те, що ви говорите, то сможет повлиять и очень серьезно. Если народ начинает покупать отечественные товары, это очень серьезно влияет. Другое дело, что правительство должно ему в этом помогать или хотя бы не мешать, не держать искусственно спрос тем, что не допечатываются деньги, не ужесточать условия налогообложения и прочее, прочее. Каждый должен делать свое дело. Но я уже не говорю, что правительство помогало, ну хотя бы, чтобы не мешало.
Але тоді, ну, ви людина, яка набагато ближче там до Арсенія Петровича, ніж будь-хто тут з нас, тобто ви можете йому говорити ці речі напряму. Скажіть, які бачення зараз взагалі існують в уряді реформ? Тобто от, пішов міністр економічного розвитку, ну, як заявив, подав відставку, подивимось, як розглядатиметься це все. Таке симптом, ну, видався українським там читачам інтернет-ресурсів, видався досить негативним, судячи з коментарів, які там постійно лунають зараз. А є бачення зараз у тих людей, які при владі, тих людей, які мають займатися економічними реформами і лікувати не симптоми, а займатися організмом того, що треба змінити, щоб далі ми таких проблем не мали? Шеремета, уходя, правильно сказав, що у Мінекономіки, у Мінфіна завжди має бути різне видіння економічних процесів, і якщо вони між собою не спорять, значить, хтось не дорабатує. Діло в тому, що забота Мінекономіки – це стратегія, як воно взагалі має бути, от те, що я якраз до сих пор говорив. А забота Минфина другая, как уже сегодня выдать пенсии, как уже сегодня сбалансировать бюджет. Задача Минфина – быть временщиком, решать задачу вот на сейчас, вот надо и все. А потом, а что потом, это уже должен заниматься Минэкономики. Понимаете? И вот банковское решение сейчас ввести не 50% обязательную продажу экспортерам валюту, а 100%. Конечно, сейчас оно поможет залатать дыры какие-то, чтобы больше было у страны валюты, больше возможностей валютных интервенций, следовательно, опять же, для поддержки гривни, банковские манипуляции и прочее, прочее. А стратегически экспортеры видят, что мало того, что НДС не возмещают, так еще и валюту свою они получить не могут. Они ее должны обменивать по не совсем реальному курсу. А потом, когда им нужны импортные составляющие, они эту валюту опять должны покупать, но уже по другому курсу. И они уже думают, что экспортировать стране не так выгодно. В результате мы рубим сук, на котором сидим. Мы рубим курицу, несущую золотые яйца. Мы рубим самых дорогих экспортеров, которые дают работу нашим и отправляет товары на экспорт, улучшая экспортно-импортный кислотно-щелочной баланс экономики. Все говорят, поддержка экспортера, на самом деле никакая не поддержка, и держа курс зубами. Понимаете, когда гривня по сверхвысокому курсу, невыгодно экспортировать, зато выгодно импортироваться. Вот эта политика искусственного поддержания курса, это в ущерб экспорту и во имя импорта, чтобы давать работу не своим экспортерам, а китайцам, понимаете? А вот Китай робот же навпаки выходит. Вот. А слушайте, слушайте, а дальше? Дальше же зубы не выдерживают, как я сказал, курс обрушивается, и тогда мы уже рубим импорт. Поэтому, когда спорим, что лучше, экспортерам помогать или импортерам, краще, то на самом деле мы мешаем и тем, и другим. Сначала планомерно и долго мешаем экспортерам, потом бах, курс не выдержит, не выдержал, обвалился, мы обрубили еще и импорт. Ну, умно, вот скажите, вот это все из-за искусственности, из-за того, что через банковские манипуляции, а не через работу экономики. Должна экономика работать, покупатели должны покупать украинские товары, для этого у них должны быть деньги, для этого они должны печататься в том количестве, чтобы обеспечивался нормальный европейский процент за кредиты, за депозиты. Это значит, что денег в стране столько, сколько требует экономика. З іншого боку, тут же в контексті того курсу, ми ж знову до нього повернулися, говорять, так давайте зробимо там цей плаваючий курс, щоб ринок диктував курс, а не Нацбанк його штучно там витримував на якомусь певному заданому. Понимаете, не нужно бросаться в крайности. Є вот такая вот знаменитая партія 5-10, чисто популистская, с моей точки зрения, потому что ни 5 не хватит, ни 10 не хватит. Но они еще и говорят, а давайте вообще перейдем на доллары, зачем вообще своя валюта. Понимаете, ну а вот возьмет Обама и скажет, а я не признаю эти доллары, что в Украине, вот кто успеет поменять как бы в Америке, вот эти доллары признаю на новые, а те вообще менять не будем. Это все рискованные штучки, вот, что переходить на другую валюту, что чисто привязываться к другой валюте, понимаете, а зачем тогда государство? Государство зачем-то все-таки нужно. А по сути, когда мы говорим, давайте перейдем к плавающему, мы вообще отказываемся от государства и от государства вмешательства в экономику. Оно должно быть, но оно должно быть грамотным, умным и не коррупционным, и не вредительским. Конечно, чем вредительское вмешательство государства, то лучше никакое. Но если мы все-таки не анархисты, и государство нужно, то можно все-таки государство сделать умным, а не отказываться от него вообще. Поэтому, когда мы то привязываемся к доллару, то говорим, курс плавающий, нет. Государство все-таки должно регулировать, но не так безбожно и нахально, как до сих пор. Когда профукали значительную часть золотовалютных резервов, а теперь стонем, ой, нет денег, чтобы поддержать, и забираем последнего экспортера. Но умно мы поступаем, чтобы залатать сегодняшнюю дырку. А стратегии опять никто не думает. И говорят, ну, войну это простительно. Да никогда это не простительно. Никогда это не простительно. О стратегии нужно думать всегда. Нельзя обижать экспортеров.
Отже, про стратегію думати не... Ви якраз озвучили буквально 4-5 днів тому. Тут Олег Скрипка сидів в цій студії, він казав, для мене ідеальна моя країна, я хочу, щоб моя держава створила мені правильні умови, щоб мені було комфортно і не заважала мені реалізувати власні ініціативи, проекти. Мені не те, щоб держава за мене робила, я сам зроблю, але просто зробіть мені добре. Так от тут якраз в контексті податкової реформи. Що взагалі зараз планують зробити, які існує бачення? Якщо вдасться реалізувати ту податкову реформу, про яку зараз говорять в уряді, які умови створять для українського бізнесу? Говорят об упрощении, об уменьшении количества налогов. Это нормально. Оставить из нескольких десятков налогов только основные и убрать большую часть, потому что эта большая часть обеспечивает 2-3% от бюджета. То есть там больше затраты на администрирование этих налогов, чем на, собственно, получение этих денег. И как бы налоговая больше занимается и тратит деньги бюджета, чем собирает эти деньги. И это сам предприниматель, который вынужден платить там бухгалтеру. Да, и все это запутывается, бухгалтеров нужно держать. Но при этом оставляют НДС, и это очень плохо. Понимаете, насколько я себе представляю ситуацию, если бы над нами не давлел МВФ и все остальные, мы бы не оставляли грабительский налог, который ну, просто развращенный, коррупционный и прочее, прочее. Может, в нормальных европейских странах он как-то и работает, но у нас он работает только на коррупцию. Вот, кстати, в Японии его почти нет, в Америке его совсем нет. Ну, а у нас, вот, когда был еще, помните, старый добрый декрет об НДС в 90-е годы, нормально себе работал, не было там проблемы с возмещением. А вот как ввели из Европы этот механизм, что может быть возмещение, то ряд предприятий стал уже работать не на экспорт, а фактически просто на то, чтобы выкачивать НДС из бюджета. Как у Райкина, точнее у Жванецкого. И уже не я государству должен НДС, а оно мне. Вот во что мы превратили НДС. То есть НДС, конечно, коррупционный налог, и когда настоящие экспортеры приходили за возмещением, им налоговая честно говорила, но уже и нашим предприятиям не хватает. Нашим, которые мы сами создали, чтобы выкачивать НДС из бюджета. Но куда еще вы нормально лезете за этим возмещением? Сейчас лечат эту проблему так. Говорят, будет электронное возмещение, но сама по себе электроника денег не создает, а вводятся спецсчета. Что вот те деньги, которые пришли в качестве НДС, их и тратить можно только как НДС. Но это же омертвление оборотных средств. Это значит, предприятие не сможет эти оборотные средства ни на что использовать, кроме как на НДС. Значит, пока НДС не пришли сроки, эти деньги просто должны лежать мертвым грузом. Вы понимаете, какой вредительский налог? Чтобы обеспечить нормальный механизм, часть денег предприятия просто должна лежать мертвым грузом. Заморозить, фактически. Да, это ужасно, это ужасно, это нехорошо. Так а чем они аргументуют, чему они вырешили? А по-другому не получается возмещать у них, по-другому не получается. А не повертать его не хочет. По этому поводу все экономисты едины, надо вводить налог с оборота. Но МВФ не дает вводить налог с оборота. Ну и правительство вынуждено повторять, раз мы идем в Европу, значит не будет налога с оборота. Налог с оборота классно работает. Единый налог, который платит мелочь. Это фактически есть налог с оборота. Так вот, опыт единого налога показывает. Маленькие единоналожные предприятия через единый налог уплачивают больше, чем платили бы они же, будучи на общей системе. Самая высокая налоговая нагрузка у единоналожников – 3 плюс НДС или 5 без НДС. А крупные предприятия платят 0,5%, 1%, 2%. По этому поводу еще шутят, от меня пошла эта шутка, что в стране действует негласный социальный договор. Вам офшоры, нам единый налог. То есть большие решают свои проблемы через офшоры. И решают так, что когда их попробовали тоже перевести на единый налог, сказали, вот вам 5-6 группа, оборот может быть до 20 миллионов, переходите на единый налог. На единый налог 5-6 группы перешло двузначное количество предприятий и физических лиц по всей стране. Потому что те, у кого крупные обороты, они решают свои вопросы через офшоры. И для них 5% или там 7% это тоже много. А единоложники готовы платить 3%, 5%. Почему? В обмен на простоту, на то, что не нужно держать бухгалтерский штат огромный, ты сам запомнил, на то, что не сам будет штрафов, пошел, так. Вот, не нужно держать бухгалтерию, не нужно бояться, они в обмен на простоту даже готовы больше платить. Вот оно как решается. И проверить налог очень просто. Нет ничего, что вычитается. Как только появляется вычитаемое какое-то, наши ушлые экономисты, и я им помогу, если они сами не смогут, в то, что вычитается, запихнут все, что угодно. В налоге на прибыль вычитаются затраты, мы умеем все запихивать затраты. Когда речь о добавленной стоимости, то налоговый кредит – это материалы, мы умеем все запихивать материалы. А налог с оборота ничего не вычитается, все облагается, зато по маленькой ставке. И все платят, и готовы при этом платить больше, чем на обычной системе, в обмен на простоту. Но МВФ запрещает.
Я про економічний патріотизм тут згадав теж, йшлося, тут кілька разів натрапляв на повідомлення про те, що люди, якраз ті, хто займається дрібним бізнесом, почали виходити з тіні, просто пореєструвалися, тому що просто. Да. А когда пугали, что единого налога не будет, ушли в тень. Потом оказалось, что единый налог так и есть. Это где-то в 2010 году пугали. А они уже остались в тени. Понимаете, дорога в тень – это дорога в один конец. Поэтому, когда увеличивают налоги, нужно очень аккуратненько. Потом думают, если что, потом снизим. Поздно. Когда увеличили, народ ушел в тень, им в тени уже хорошо. И потом они из этой тени уже не вернутся. Поэтому, когда оказалось, что единый налог так и остается, а те, кто в тень ушел, те уже не возвращаются. Очень аккуратно нужно со ставками. Если увеличили, народ разбегается. Потом уменьшили, они уже не вернулись. Кривая Лафера, которая говорит, что с определенной ставки народ начинает разбегаться, работает в одну сторону. То есть, когда потом ставка падает обратно, они уже не возвращаются. Но так же поднимать, треба зовсім трішечки. Да, и снижать тоже нужно с умом. Вот смотрите, что сделали с налогом на прибыль. Сумасшедшее. Было 25, сделали 23, 21, 19, 18. Кошечкой резали хвостик по частям. Но много ли народа вернулось, когда сделали не 25, а 23? Не 23, а 21. Не 21, а 19. Не 19. Если бы сделали хотя бы сразу, не 25, а 18, может быть, кто-то бы родине поверил. А когда по 2% режут кошки этот хвост по частям, никто не возвращается. Между тем была ставка 25, теперь ставка 18. Думают некоторые, что было 25, а стало 18, что это на 7% меньше. Не на 7%. Это на 7% пунктов. А когда ставка была 25, а стало 18, то разница 7% пунктов, а в процентах это 7,25. Это 28%, вы понимаете? 7,25 это 28%. То есть уменьшили ставку фактически на 7% пунктов. На третину, фактически. То есть на 28%. А суммы должны расти. То есть налоговикам Родина говорит, ставка будет меньше на 28%. А вы собираете больше, чем собирали раньше. Что им налоговикам остается? Душить они и душат. То есть, когда понижают ставку, почему бизнес никогда не просит снижения ставок? Он знает, что поскольку налоговые планы в абсолютных цифрах растут, то когда снижают ставку, это значит налоговзимание переводится из легального уровня в нелегальный. То есть начинают вымогать фактически. Начинают ужесточать налоговое администрирование, от которого бизнес и так стонет. А с подачи Шеремета вообще предлагали НДС сделать не 20%, а кому-то 7, кому-то 17. Но, во-первых, там крупная ошибка была, что именно при конечной реализации 17. Конечную реализацию нужно поощрять, а не рубить ее повышенным налогообложением. Но, кроме того, если представляете, было 20, теперь большинство платит 7. Ну, что это за афера, что это за авантюры, кто вернется? Из того, что правильно делается, говорят о снижении соцстраха. Это необходимо, безусловно, потому что из-за колоссального ЕСВ, где-то в районе 35%, у нас в стране фактически не действует трудовое законодательство. Почему? Есть такое правило, официальное, дикое, но оно проверено через законодательство, что сверх 17 прожиточных трудоспособных минимумов не взимается ЕСВ. То есть сверх 20-706 ЕСВ не взимается, чтобы не платить им большие пенсии. Хотя можно было это правило убрать, а пенсии им все равно платить с понижающим коэффициентом. Но поскольку в Верховной Раде олигархи, и они это никогда не пропустят, то эта норма будет вечная, что есть верхний предел для ЕСВ. Как, например, никогда не получится, сколько правительство не хотело ввести налог на роскошь. Ну что, депутаты будут голосовать против себя? Поэтому они эту норму тоже не убирают, про 20-706. Вы, и получается, смотрите, что получилось. 21 тысяча облагается, сверх этого нет. Заработал честным трудом миллион, с первой 21 тысячи все же положено. С остальных 979... Ничего, подоходный. И говорят еще, зато 17%, а не 15%, куда там, на 2% больше. Зато нет 35%. В результате зарплату оформляют на шефа, у которого и так больше, чем 21 тысяча, а он потом остальным раздает в конвертах. И шефу тогда никого не стоит уволить. Ничего не стоит. Он просто скажет, за сколько расписываешь, столько и будешь получать. И человек уйдет сам. Но люди на это идут, потому что колоссальная налоговая экономия. А шеф делится налоговой экономией с экономленными 35%. Понимаете? И вся зарплата в конвертах только из-за ЕСВ. Поэтому ЕСВ нужно уменьшать, но ЕСВ нельзя просто так взять и уменьшить. А где взять деньги на пенсии? Это должно быть в увязке с пенсионной реформой. Понимаете? Поэтому налогообложение не существует, как и курс, в отрыве от всей остальной экономики. Так не бывает. Экономика не работает, а курс хороший. Экономика не работает, а налоги маленькие, а социальные выплаты хотим и пенсии хотим. Так не бывает. Поэтому это должно быть только в комплексе с налоговой реформой. Раз реформы буксуют, то все разговоры о снижении ЕСВ могут быть только в надежде на то, что кто-то выйдет из тени. Посмотрим.
Угу. Может быть, кто-то і вийде. На економічний патріотизм таку ставку знову ж таки роблять. Але скажіть, будь ласка, лежить на столі у Арсенія Петровича ця податкова реформа, як він говорить, що вона завалена. Там у нього стільки лежить на столі реформ, уж лучше було б менше. Мені кажеться, страна має працювати над одною реформою, а не кожне відомство над своєю. Понимаєте, от у одного Мінекономіки куча пакетів реформ, у Мінфіна свій, у налогової свій, правительственна концепція від всього теж відрізняється. Опублікували, от типу, від государства реформа от Мінекономіки. Потом оказалось, что ее не будет. А народ уже напугали. А ее, оказывается, не будет. Люди путаются. Где от Мінекономіки, где от Мінфіна, где от много реформ, слишком много. Слишком много вариантов. И даже в самой правительстве есть подварианты. Але в цих варіантах, підваріантах і так далі лежить відповідь на запитання, таке, знаєте, дуже часто. А де не лежить? Їх много. Понимаєте, це загальне. Хотілося б, щоб воно було скрізь. Знаєте, коли кажуть, що українська економіка значною мірою дуже тримається на цих якраз дрібних і середніх платниках податків. А як змусити великих платити чесно і правильно? Упрощення. Ви розумієте? От якщо було для всіх, як для єдиного налогу, ну от скажімо, 5% с оборота, если услуги, то 7% с оборота. Строительные торговли тоже 5%. Вот. Ну а там, если посредничество, если оптовая торговля, то там уже база обложения может быть разница, то есть чисто посредническая разница, а не весь оборот. Но в принципе нужно, чтобы все, кроме посредников и оптовиков, платили со всего оборота. Может быть, где-то должна быть дифференциация по отраслям. Согласен, что для услуг, может быть, этот процент больше. Говорят, ой, как же так, так это и материалы будут влиять на налоги. Интересно, на цену материалы влияют, а на налоги почему-то не должны. Зато легко контролировать. Почему не хотят? С одной стороны, не хотят, потому что МВФ не дает, а с другой стороны, а что тогда делать налоговикам? Понимаете, у нас же налоговая система выполняет, по сути, функцию искусственной занятости. Вместо того, чтобы выполнять чисто фискальную функцию. И если налоги будут простые, легко контролируемые, а никого уже на испуг не возьмешь. То есть я бы на месте правительства, на месте Родины все-таки объяснял бы МВФу украинскую специфику, что мы еще не совсем европейская страна, и что если мы действительно хотим оздоровить экономику, то нам нужно максимально упрощать законодательство, может быть, где-то даже не по европейским канонам. Понимаете, если бы одни и те же рецепты годились бы для всех стран, а зачем тогда различия в национальном законодательстве? Взяли бы самый лучший вариант какой-нибудь страны и распространили бы его на весь мир. Значит, все-таки нужно учитывать ментальность. Так вот, ментальность украинского налогоплательщика такова, что простые налоги он платит, а в сложных ищет мутную рыбку в мутной воде. Понимаете, это нужно учитывать. Так, чем складнейше, тем простейше в этой ситуации знать как раз себе салазейку. Чтобы всех примирить, я бы сделал так. Хорошо, раз МВФ требует, чтобы был НДС, пусть будет НДС, пусть будет прибыль и прочее, но чтобы при этом тот показатель налоговой нагрузки, которая налоговая все равно негласно, неофициально применяет, чтобы его узаконить. То есть платите все налоги, как и сейчас, но при этом, чтобы было не меньше, чем столько-то процентов от оборота. Ну, чтобы заставить платить и больших, а не только маленьких. Угу, зрозуміло. А от з МВФом, як відбувається взагалі справа? Тобто, наскільки я розумію, судячи з заяв пана Шереметовича, його перших, судячи з заяв Арсенія Яценюка, ну, фактично, остання надія української економіки в цій ситуації, в якій вона опинилася якраз на ті гроші МВФ? Ні, остання надія – це все-таки український потребитель. Остання надія – це, якщо МВФ не дає денег, самі нарисували. Как я уже сказал, свои деньги, нарисованные и занятые, одинаково влияют на инфляцию. Страдает только курс, да еще и отдавать не надо. И Америка идет потихонечку по этому пути, и не только Америка. Понимаете? Поэтому не МВФ последняя надежда. Без МВФ можно тоже обойтись. Кроме того, понимаете, вот разговор с МВФ, правительство, мне чем-то напоминает разговор пьяного с проституткой. То есть все равно уговорит, даже если он уже расхотел, а все равно уговорит. То есть наши делают вид, что очень боятся, что МВФ не даст кредиты. А МВФ делает вид, что не даст, хотя потом все-таки даст все равно. Понимаете? И именно в этом проблема. Что ему говорить не дам, не дам, а потом таки даст. Вот в этом проблема. Потому что если бы МВФ меньше нас баловал кредитами, приходилось бы реформировать экономику по-настоящему. А кому же это? Потому что когда деньги нарисовали, то чтобы не было инфляции, их нужно задним числом, эти нарисованные деньги, оправдывать товарной массой. Но тогда будут и условия. Потому что раз нарисовали, значит есть спрос. Раз есть спрос, то есть смысл производить. Вот это и есть завести экономику. То есть вы пропонуете додруковать? Я намагаюсь спростити максимально, так, звичайно. Но не заиграться здесь важно, потому что понравится, потому что слишком легко.
Ну, а потом дети будут играть с этими пирамидками. Я говорю о том, что денег должно быть столько, чтобы обеспечивать нормальные проценты за депозиты и кредиты. Я же предлагаю четкий критерий. Во-первых, у нас инфляция не из-за того, что у народа много денег, а, как я уже сказал, из-за того, что мы не умеем производить товары дешево. И соотношение цены и качества у нас ужасное. Вот в чем проблема инфляции. А во-вторых, есть же четкий критерий. Если проценты за депозиты и за кредиты высокие, значит, денег просто мало. Значит, политика дорогих денег приводит к тому, что деньги искусственно не допечатываются. Так вот, их уже дорисовать до того уровня, когда будет обеспечиваться нормальный процент за депозиты и за кредиты. Вот это и будет та денежная масса, которая объективно требуется экономикой. Вот до этого уровня, ни копейки больше, нужно допечатать. А дальше, когда проценты за кредиты становятся нормальными таким образом, когда уже выгодно не на депозиты класть деньги, а вкладывать их куда-нибудь, когда можно в производство взять кредит, когда у народа есть деньги, и он их несет не в обменные пункты, потому что там нужно сделать большую маржу, а несет на рынок, и есть спрос, тогда есть смысл и производить. Вот это оздоровление, да еще чтобы налоги не мешали, а чтобы были простые, которые люди готовы платить. Вот это оздоровление. А МВФ это... Ну как, это лекарство, которое утоляет боль, болеутоляющее, тактически болеутоляющее, а не стратегическое лечение болезни. Вот так класно, на эту точку крапку поставили. Я никогда не подумал, что разговор про экономику может быть разговором, от которой ты прокидаешься. Так вот. Ну понимаете, вот такие у меня медицинские постоянные ассоциации. Ну что делать, Украина сегодня больной, которого нужно лечить. Вместо этого лечить термометр. Скажите, пожалуйста, у нас есть, знаете, кроме этой загальной хворобы, которая уже тягнется у нас 23 года, которую никто не хочет лечить, так, знаете, симптомы. По-разному, у Кучмы немножко получалось. При Кучме экономика двигалась вперед, он страну вернул в лучшем состоянии, чем взял у Кравчука. А все же до больше актуальных речей попробую. Повернуться, втрата Україною, ну реальна втрата не в юридичному аспекті, а от в фізичному Криму, і те, що відбувається зараз на Донбасі, наскільки сильно вдарило по цьому хворому організму за вашими оцінками? Стратегічно це плохо, тактично це було б хорошо, якщо б не було війни. І Крим, і Донбас – це убиточні регіони, в які вливається більше, ніж ми від них отримуємо. Донбас економічно Україні, ну в якому сенсі вигоден? Вигоден з учетом природних багатств, з учетом того, что уже понастроено, с учетом основных фондов. Но его за это приходится постоянно содержать. Потому что Донбасс, как никакой другой регион, требует больших вливаний, чем сам отдает. Вот, например, Харьковская область – это область-спонсор. А Донбасс – это область-акцептор, которая потребляет и требует вливаний из бюджета, из централизуемой части налогов, больше, чем сам дает. Поэтому, если бы не было войны, то, что в составе Украины нет Крыма и Донбасса, как это ни парадоксально, сказалось бы на экономике благоприятно, она бы меньше высасывала, больше бы оставалось тем регионам, которые зарабатывают эти деньги. Почему и возникли разговоры о налоговом хозрасчете, чтобы большая часть налогов оставалась на местах. И правительство это понимает. Ну, конечно, война всю эту пользу съедает, тут никуда не деться. Так, без сумніву, не пробуватиму. А на відновлення, це виходить, цю хворобу потім далі, ну, зараз воно це все вибухнуло, і це все далі доведеться лікувати. Да, придется лечить. І Донбас буде ще дуже довго дотаційним регіоном, здесь перспективи поки не видно. Там ментальність совершенно іна, і нельзя тільки людей обвиняти. Там основні фонди устаревші. Шахтерский труд становится рентабельным только тогда, когда не соблюдаются правила техники безопасности. А если соблюдают правила техники безопасности, чтобы люди не гибли, то все шахты становятся убыточными. Они не убыточные только когда гибнут люди за счет того, что не соблюдаются правила техники безопасности. Если соблюдать, все шахты убыточны. Ну, тепер ми знаємо, що там повідомляли, що 7 шахт, як мінімум, на Донбасі вже затоплено. Тобто їх, наскільки розумію, не повернули. Страшна ситуація там. Люди не винуваті, ситуація страшна. Дуже вам дякую. Давайте ви до нас будете частіше приходити. Зовіть, буду приходити. Дякую. Обов'язково. Отже, Олександр Кірш, економіст і радник прем'єр-міністра України. Дякуємо за таку. От мені вже пишуть просто колеги, типу, це треба розшифрувати на сайт, обов'язково поставити. Дякую дуже.